1-2 сентября, в День знаний, за парты в Старомосколе сели почти 30 тысяч школьников. 3 тысячи из них – первоклашки и 1000 выпускников 11 классов. В этом году в связи с режимами ЧС и КТО торжественные линейки прошли в актовых залах и с минимальным участием родителей. Из самой молодой и многочисленной школы округа Академии знаний имени Николая Шевченко репортаж Лилии Емельяновой. Здесь учатся почти 1700 учеников. Главные герои торжества сегодня, конечно, первоклассники. Порог Академии знаний в этом году впервые перешагнули 186 девчонок и мальчишек. Будущая отличница Варвара Морозова из 1 А уже успела найти друзей и с нетерпением ждет уроков. Друзья уже есть, появились? Да. Много друзей? Да, вот это моя подруга Кристина. Для чего ты идешь в школу? Для того, чтобы учиться и получать много знаний. Какие оценки будешь получать? Пятерки. Рядом с первоклашками родители. Для них этот день не менее волнительный. Ведь только вчера ребенок еще был малышом, а сегодня уже школьник. Мама Варвара, Эдита, уверена, что поговорка «повторение мать учения» теперь в их доме будет звучать часто. Я надеюсь, что все пройдет спокойно. Будем вместе учиться заново. Буду помогать своей доченьке получать знания. Очень волнительно. Но я уверена, что в этой школе моей дочке дадут знания. Она будет учиться на пятерочке и, в общем, радовать нас, родителей. И если эти малыши только на старте, то 11-классники вышли на финишную прямую. В Академии знаний в этом году 75 выпускников. Последний год, в течение которого предстоит сделать очень важный выбор в жизни. Ольга Турченко из 11 А с конкретной профессией точно еще не определилась. Но уверена, ее судьба – медицина. Я буду сдавать химию, биологию, профильную математику, русский язык. Хотелось бы 85+, но там как сдам. Я разные рассматриваю. Дерматология мне нравится, косметология. Институт какой-то? Ну, медицинский, да. Ну, в медицину, думаю, понятно, однозначно. Переживаешь, что идешь в 11 класс заключительный? Смешанные, все. Смех, радость, грусть, волнение. Голос, жажда. На торжественной линейке среди родителей были и участники специальной военной операции. Староскольцу Батразу удалось попасть к дочери на праздник из-за отпуска после ранения. Боец признается, сил за ленточкой придают именно дети, для которых и хочется отвоевать мирное небо над головой. На все что, вот ты когда чувствуешь то, что ты за мирное небо наших детей, наших малышей, и неважно там, чей он, это ребенок, все равно ребенок. Очень это для души такой огонь, то, что ты в сознании, и ты за детей, и за мирное небо над головой. Это намного очень придает духа и уверенности. Я еще раз пожелаю, чтобы они учились, ни о чем не переживались. Мы там, и мы за мирное небо над головой. Поздравить ребят и учителей пришли депутаты областной думы и местного совета, представители администрации округа и градообразующих предприятий. Многие из них пришли сюда и как родители учеников. Сегодня мы рады приветствовать в зале и стенах школы самых юных учеников, первоклассников. Ребята, добро пожаловать в страну знаний. Пусть этот путь для вас будет легким, интересным. Пусть в школе вы найдете верных друзей. Пусть каждый день будет для вас невероятным открытием. С волнением и трепетом этот день и этот год ждут наши выпускники. Ребята, верьте, у вас все получится. Только сделайте правильный выбор, распределите свои силы, и все экзамены, все вы преодолеете на 5. В этом году из-за режима КТО и ЧС линейки прошли не в привычном формате на улице, а в актовом зале. Но праздник от этого хуже не стал. Я надела шикарный галстук, новый фирменный ремень. Не пойму, я первоклассник или крупный бизнесмен? Лилия Емельянова, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал.